Я еще очень отросли волосы, и я их собиралась отращивать, но решила, что нет, надо подстричь. Ну что, я уже после парикмахерской, как видите, с обновленными красивыми волосиками. Подстригли сзади 3, спереди 1.5 сантиметра. Это мой первый кировский влог, такой обычный, вообще с того года. Надеюсь, вы меня поддержите, потому что я разучилась снимать свои обычные будни. Какие же у меня есть новости? По машине пока новостей нет. Игорь примерно посчитал ущерб. Это достаточно очень дорого, то есть 300 тысяч минимум. В общем, пока известий от нашего автоюриста нету. Ну, в общем, будем держать вас в курсе, либо в Инстаграме, либо здесь расскажу. По поводу переезда. Примерно, скорее всего, это оттянется до конца февраля. Надеюсь, что не дольше, но как судьба покажет. В общем, настроена я на последний месяц нахождения здесь, и поэтому очень много задач навалилось, просто невероятное множество съемок. Здесь нужно закрыть бизнес-процессы определенные бизнес-процессы передать на ответственных лиц, которые будут этим заниматься. Вот. И, если честно, для меня всегда страх, я не знаю, как вы, но я такой очень постоянный человек, я люблю все время, ну, знаете, если хожу к одному гинекологу, то я хожу к одному гинекологу, если я хожу стричь волосы, красить к одному мастеру, то к одному, и у меня все время страх, что когда я приеду в Москву, я не смогу найти своих людей, потому что здесь у меня в Кирове все самые лучшие, лучший мастер по маникюру, лучший парикмахер, лучший, там, я не знаю, стоматолог. Вот, и поэтому моя миссия на февраль – это пройти всех специалистов, которых мне нужно, всех врачей. Это и хирург, эндокринолог, стоматолог, гинеколог, короче, все. Вот, сдать все анализы, ТТГ, проверить щитовидку, потому что что-то я чувствую, у меня опять проблемы. Вот, волосы подстригли, покрасили, маникюр, педикюр, брови, в общем, я вас, наверное, уже утомила. Короче, не знаю, напишите вам мне внизу, оставлять ли такие обычные домашние, ну, не то что домашние, будничные, наверное, не домашние, а будничные влоги, хотя бы раз в неделю рассказывать вам, что у меня происходит, показывать, что происходит в нашей жизни, как мы собираемся. Я прислушиваюсь к вашим комментариям, обязательно оставляйте их внизу под видео. Смотрите, кто крадется. Мы пьем какао и работаем. Да, вот так вот я пью. Новая, скажи, фишечка у меня появилась. Вкусно? Доброе утро. Сегодня мне не хочется ничего, кроме яйца, тоста и кофе. Тост, там плавленый сыр и яичко. Утром я обычно очень-очень сонная и как большой опухший хомяк. Что-то хотела сказать. Сейчас буду краситься, собираться на фотосессию. Думала, мыть голову или нет, хотя вчера была в парикмахерской. Но после парикмахерской у меня обычно из-за нанесения различных таких очень концентрированных масок у меня волосы кажутся как будто бы без объема. Вот. Сейчас очень модно снова различные невидимки, заколки, и я этому безусловно радуюсь, потому что у меня есть моя практически отросшая челка, но классно, что ее можно вот так вот убирать. Сейчас вот так вот модно, видите? Меня назвали эльфийкой в Инстаграме. Вот. И мне так очень нравится.
И я хочу заколки, которые сейчас супер актуальны, как в нашем детстве. Помните, такие защелкивались? Они есть сейчас различные, с камушками, с жемчугом. В общем, я ищу, где такие приобрести. Если знаете ссылки, кидайте внизу. Вот, и буду ходить такая с заколочками, делать макияж. Потому что сегодня тоже буду сниматься в качестве модели для одежды. Пришел мой помощник, самый главный. Без машины. А что, так и без машины ты? Угу. Ты пешком тащил? Угу. Офигеть, чтобы вы понимали, это очень тяжелые мешки. Настоящий мужчина. Все, давай. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I'll probably win it. Посмотрите, как мы сейчас будем снимать. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock. Что после тяжелого рабочего дня мы пришли покушать. Девочки не ожидали. Они привыкли фотографировать, да, не сниматься. А с обеда меня забрал уже вот такой вот молодой человек на своей шикарной тачке. Сейчас покажу. Подогнал к моему ресторану. Ну что, вы готовы? Та-дам! Ну что, как вы думаете, каково это пересаживаться с муранчика? Уйди, не загораживай красоту. На RAV 4. Наша старенькая машинка. Ей 20 лет машине. Мы снова с тобой. А, тут, кстати, окна не открываются, двери. Да, подожди. Клуц. Тут нет бесключевого доступа. Ой, Равчик. Можно, да? Можно. Сейчас феерично открою. Ух, какой салон. Поедем, девчонка, кататься. Короче, мы ребята простые. Мы можем в различных условиях жизненных выживать. И пешком ходили. И... Смотрите на этого человека, да? Ты устал? Ты устал? Ты отдыхаешь? Лев очень любит пенку. Как ты хорошо ешь, дуешь. А баба? Папа. А тетя? Тетя. А дядя? Тетя. А мама? Тетя. У Левы есть такая одна интересная особенность. Всегда, когда он снимает носки, он сидит и ковыряется между пальчиков, ищет такие, ну, типа, знаете, комочки от носочков, вот так вот раздвигает пальчики и чистит себе эти места. И может прям зависнуть минут на 5-7, сидеть и ковырять каждую ножку, перебирать пальчики у себя. Да? Ты любишь? Не знаю, напишите, у кого-нибудь дети так еще делают. Он прям обожает. Посмотрите на него, посмотрите. Возьмете к себе вообще на монтажку работать? Чего ты так от моего доктора убежал? Посылочка для малышей. Какую-то еще попозже пришлю, чего-то не было в наличии. Это тебе, да. Это тебе. А это Семе должно быть. Папа. Да, давай, открывай. Да, вон Левушка тут и штанишки такие.
с животным тоже принтом. Ты у меня модный будешь парень. Так, а джинсы? Какие джинсы, как у взрослого. Ой, какой ты красавчик. Ой, какой красивый. Быстрый. Лев, покажись. Из палочек, здорово. А кофта тебе понравилась? Кофта понравилась да-да. Тебе? Ты кто? Человек-паук. Человек-паук в шапке? А ты так гулять пойдешь? Да. Пока-пока. Я сейчас приду. Кто там? О, ух ты! Красивая? Мы очень любим выходные, потому что выходные нет садика, а значит, мы всей семьей вместе и сейчас выбрались в Порошино немножечко прогуляться. По-моему, заляпана камера. Сёма! Сём, маленький... Сейчас, Сём! Кто-нибудь клюнет в нос! Что, там кто-то есть? Нету? Прилег отдохнуть, Лев. И молчит ведь главное. Мне кажется, Семен хотел пройти. Все ему нормально, да? Все хорошо. Семен уже девчонок тут нашел, катает. Садись, прокачу, говорит. Папа отдувается. Что ты будешь делать? Вот это да! Так вот, представляете, даже в лесу бывают пробки. Вот так вот плетешься еле-еле. Столько людей. Сегодня замечательная погода, и, видимо, все выбрались на прогулку в лес. Семен не отпускает Дашу. Захватил ее плюшку. Сёма! Вот это тебя закрутило! Страшно? Страшно было? Да. Страшно? Нет, покажи. Я пытаюсь не дать заснуть льву. Там такие чмоги. Просто если он заснет в машине, то мы его понесем, он по-любому проснется, и это будет ужасно, потому что он больше не сможет заснуть. Вот. У нас сегодня еще съемки нового курса «Школа семейной психологии» от Ольги Хорошавиной, от психолога. Вот сегодня, завтра снимаем, скоро будет уже она доступна. А я сегодня еще иду на педикюр, у меня скоро будут красивые ножки. Вот опять мучаюсь и выбираю, красный или френч, красный или френч. Итак, ну что, деток уложила. А муж, скорее всего, тоже сейчас с ними уснет. И посмотрите, какая красота на улице. Снега, правда, куча, но красиво. Сегодня еще тепло, завтра уже обещают -22. И я бегу на педикюрчик. Вот, как я вам говорила, решила сделать... полностью все-все-все в плане красоты, в плане здоровья перед поездкой. Поэтому вот занимаюсь педикюры, маникюры, брови, что там еще. Все врачи. И на следующей неделе, кстати, да, пойду сдавать анализы. Ничего не вижу, снег в лицо. Он придумал новую игру, он меня фотографирует. Ты фотограф? Да? И как тебе мама в роли модели? Хорошо. Хорошо? Я хорошо позирую? Ну, если ты приоденешься, как я. А что, ну, не девушку. Девушку? Ну, да. Платье всякое там. И там... То есть надо платье надеть? Да. Я сейчас не очень выгляжу, по-твоему?
Ну что, меня заставили одеть платье. Посмотрите. Теперь я буду красиво позировать. Шаг. Что происходит вообще? Как встать надо, сам говори. Ой, лев тоже хочет. Вот, лев вот тоже стоит. Лев, тоже позируй. Давай, как мама. Ну да. Давай. О, все. Левушка вовсю уже ест взрослую еду, которую кушаем мы. И все удивляются, насколько он хорошо для своего возраста орудует ложкой. Он действительно ест достаточно аккуратно, как видите. Принципиально с самого детства, с прикорма, он ни в коем случае не ест с передничком. В общем, он их всегда срывал. Мы кушаем без них. И очень часто вопрос, как мы научили ребенка есть ложкой. Я специально этому не учила. Просто лев очень любит кушать, и его аппетит, видимо, сильнее, чем все остальное. И сам вот так вот попросил ложку, я ему дала ложку, и он начал кушать. Вот. Потому что пишут некоторые, что даже в 2 годика детки некоторые не так хорошо кушают, вот как он. Очень аккуратно. Ложечку-то возьми по-хорошему. Да, вот так вот ложечку возьми. Молодец. А еще новая фишка появилась, что льву нравится пить воду из трубочки. И он вот прям просит трубочку, ему наливаешь водичку, он пьет. Он, в принципе, и стаканы свободно пьет, ну, как обычно, да, как мы взрослые. Но вот из трубочки ему доставляет особое удовольствие, да? Ой, как стараться. Вкусно? Вторник, утро, на улице просто не по-детски метет. Вчера были заморозки. Примерно вот так вот все выглядит на улице. Просто кошмар. А я сегодня еду на фотосессию, наконец-то, для себя, просто так, для сайта, для, короче, разных визиток, вот, сейчас еду на макияж, тяжело рано вставать в такую погоду. Еще я хочу поделиться, что по наставлениям моей мамы я сейчас каждый вечер делаю массаж для лица. И я, если честно, вижу изменения даже спустя 5 дней. Вот, при том, что сейчас утро, видно, что нет таких отеков. Не знаю, кожа какая-то. Я делаю сейчас нашим маслом, и прям такая кожа очень напитанная, какая-то упругая, красивая. В общем, не только мы наставляем и учим своих родителей, но и они нас. Я имею в виду, когда мы взрослые. Вот, поэтому мамочке моей спасибо, что она меня приучает к прекрасному. Произошло за 2 минуты. Просто нас засыпало. Игорь все время ворчит. Да ты потому что, блин, я не знаю, топографический кретин ты. На сегодня задача сделать максимально натуральный макияж и оставить меня с собой. Да? Да. Поможешь себе в облоге. Мы с Машулей очень быстро справились. Посмотрите, какой классный натуральный макияж мне сделали. Кофе не было, поэтому зеленый чай. Я сижу тут с таким видом прикольным. Очень светлые окна, панорамные. Ничего, сегодня красиво будет у нас. Очень. Мы уже пришли в студию. Первый образ. Джинсы. Рубашка. Вообще все очень просто. Все гениальное просто. С Антоном весело. Мы играем в дочки-матери. Вот у меня маленький малыш. Смотрите, какой хорошенький. Запеленали мы его. Ты должен говорить. Так, что за руки? Плохо? Плохо тебя запеленали. Ой, какой большой малыш, да? А
А я сейчас буду запекать индейку. А здесь вот такая вот грудка, типа стейков. А добавлю сюда лук просто для вкуса, для сочности, специи. И потом сделаю соус. Для соуса я беру нашу самую обычную сметану. А тоже могу ее смешать с какой-нибудь специей и поливаю для того, чтобы индейка была не сухая, чтобы она была очень вкусная. И все это буду запекать в духовке. Говорю шепотом, потому что Лёвушка спит, но походу уже просыпается. И вообще понедельник у меня такой день домашний, когда я делаю какие-то домашние дела, я строю себе план на всю неделю, я учусь, я монтирую. В общем, много работы по дому и много работы за компьютером. Вот. Ну и, конечно же, с Лёвушкой провожу время еще дополнительно, потому что выходные по максимуму время Сёме, потому что он не в садике. Вот, ну, Лёвка всегда с нами, куда он денется. Еще прям очень захотелось вареных яиц. Не знаю, что такое, очень хочу. И сегодня это какой-то странный обед. Просто мне дико захотелось этих продуктов. Тосты цельнозерновые с рыбкой. Яйцо очень хочу, не могу. И помидорки вот с таким вот сырой фета, по-моему. Что-то такое. Боже мой, как я это все хочу, вы просто не представляете. Это, конечно, не рай для перфекциониста, но вот здесь вот есть такой маленький чудобрек, который не дает мне что-то красиво сервировать, чтобы вам показать, чтобы это было прям так вау. Да. Как воздушный поцелуй делаешь? Покажи. Ай, ты зайка. А? Внушительная. Не внушительная, я просто постоянно учусь и совершенствуюсь. Мама. А я такая красивая. В общем, я очищаю пространство и выбрасываю все не лишнее, все лишнее, что попадается мне на пути. Вот, так что это один пакет, скоро будет еще несколько. Короче, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, нужно очистить пространство и избавиться от старого. Лев, а ты что делаешь? Что делаешь? Сегодня только прибрались, пол помыли.